Привет, друзья! Ну вот эта птичка у нас уже целую неделю прожила. Подросла, как вы видите. Вот. Мы выяснили, что называется этот вид сокола пустельга. Охотится она в основном на мышей и ящериц. Вот. История такая, что одно время ее человек чуть не уничтожил, когда начал использовать пестициды для уничтожения грызунов. И она начала вымирать. И в связи с этим много появилось кротов, много развилось грызунов, вот, что наносило урон большой сельскому хозяйству. И люди запретили эти пестициды. Потом эта птичка снова размножилась. Вот. Но тут некоторые писали, что кормить ее надо только живым мясом. Один товарищ написал, что он специально для этого разводил мышей и кормил мышами. Но мы не будем разводить мышей, потому что мы собираемся ее отпустить буквально через месяц. Вот. И как вот еще один знакомый мне рассказал, что он уже воспитал 3 таких птички, что в один момент у нее просто что-то щелкнет в голове и ей сильно захочется на волю. В этот момент ее надо будет выпустить. Так она ручная в основном. Ну, не поседа, конечно, хочет куда-то ей повыше забраться. Вот. Нам она полностью доверяется, ест только с рук. Пока из рук. Вот. Потом, как рассказали, будет гоняться и за игрушками, играться, и ей можно будет имитировать мышь. Ни разу она никому из нас не причинила боль, больно не укусила. Вот. Очень красивая, вот. Доверчивая. Подрастет, посмотрим. Растет очень быстро, просто очень быстро. Сегодня одна, утром идешь ее брать, уже совершенно другой птенец, намного крупнее. Вот. Очень интересная, прикольная птичка. Многие подписчики знают, что у нас есть еще хамелеон. Ну, попробовал показать их друг другу. Это, конечно, была не очень веселая картина. Пожалел потом об этом. Вот. Хамелеон надулся, раскрыл рот, приготовился к атаке. Она раскрыла крылья тоже. Жена испугалась, что сейчас будет. Но... конечно, предотвратили все это. У пустельги не было таких намерений нападать. Она просто хотела сесть на ветку лимона. Вот. А вид такой был, что сейчас будет битва. Потом попозже, может быть, покажем вам это видео. Но больше я этого, конечно, делать не буду. Она была на цепочке пристегнута. Ничего там такого опасного не могло было случиться. Подписывайтесь, друзья, если вам понравилось. Всего доброго, до встречи.